сейчас Артема... Депутаты Государственной Думы Федеральной Собрания Российской Федерации Денисова Валентина Васильевна. Депутаты Государственной Думы Федеральной Собрания Российской Федерации Денисова Валентина Васильевна.
теперь все в футболе. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, предлагаю вам пройти по воротам и стать авторами открытия универсального спортивного зала. Все расписывайтесь, конечно. Мяч к руке, положение к лишке. Ну, а для того, чтобы зал стал действительно универсальным, наши уважаемые гости, расписывайтесь в причину для музея культуры оздоровительного комплекса. И нас приглашаем. Давай, фотографируют. Пора нам пропагандировать. Ладно, женщины решили футбол сыграть 18 марта, я знаю. Да. Тренируются сейчас. Уже даже FIFA узнали, что у вас там за проект. Во проект. Здесь бомонд выходит женский. Можно все-таки другие ворота. Что, опять бить? А да. Как же? А что, не слабо же наши? Давай, давай, я! Давай. Давай. Сейчас, сейчас, приготовить вратарь. Здесь занят у вас? Да нет, пока. Прессия, одно место. Добрый.